Коллеги, доброго дня. Наступило время нашего сегодняшнего вебинара. Отдельный привет тем, кто смотрит нас на YouTube. Не забывайте прямо сейчас поставить лайк под этим видео и подписаться на наш канал. Спасибо всем, кто подключился и тем, кто начал просмотр. Сегодня мы поговорим про партнерскую программу 3CX и обновление начала 2024 года. На этом, конечно, сакцентирую в первую очередь твое внимание. Но сначала повторю общее положение. Вероятно, кто-то только знакомится с этим вендором. 3CX — это не просто АТС, это полноценная коммуникационная платформа, нечто большее и по мнению самого вендора, ну и по нашему, конечно же. То есть это не просто про позвонить, это UC или даже UC&C, как принято сейчас говорить, коммуникационная платформа, то есть Unified Communication and Collaboration, не только модуль IP-телефонии реализован в 3CX, но также возможности чатов, обмена файлами, обмена сообщениями и статусами пользователей. В 3CX это, пожалуй, реализовано удобнее и круче, чем, ну, наверное, у любого другого поставщика таких платформ коммуникационных решений, где бы ни находились, например, сотрудники компании в разных офисах, даже в разных странах, всегда можно видеть, кто работает, кого вообще нет на месте, кто, у кого, например, перерыв или обед. Ну и, соответственно, маршрутизация звонков тоже может быть настроена по-разному, в зависимости от того, какой статус у каждого конкретного пользователя. Интеграция с мобильными устройствами также в 3CX прекрасно реализована, что на Android, что на iOS. Мобильное приложение от 3CX тоже, я уверен, и вендор уверен, одно из лучших, если не лучшее на рынке. В этом отношении батарейку не высаживает, пуш работают корректно, все также отлично переведено на русский язык и так далее. С приложением 3CX Phone, с софтфоном от 3CX тоже вопросов не возникает. Модуль аудио-видеоконференции, возможно, как обычные аудиокомнаты по СИПУ, так и видеоконференции в браузере. До 500, но уже, на самом деле, даже до 1000 участников возможно. Сейчас происходит как раз расширение максимальной емкости, возможности максимального количества участников видеоконференции. Ну, как в режиме вебинара, так, собственно, в режиме ВКС, когда можно проводить какие-то удаленные совещания. Интеграция с CRM-системами, с PMS и прочими бизнес-приложениями, конечно, тоже реализовано. Отдельный модуль контакт-центра. Ну, у большинства компаний так или иначе есть колл-центр или контакт-центр. Другое дело, что разные компании, разные админы, разные владельцы бизнеса по-разному понимают, что такое контакт-центр, как он должен работать. Есть разные представления, как это должно выглядеть, но в любом случае подавляющее большинство задач, которые возникают у контакт-центров, 99% платформа 3CX с легкостью решают. Не могу не отметить профессиональную локализацию на русский язык всей экосистемы 3CX и самой платформы, и админского интерфейса, и пользовательского, и приложений, сайта 3CX.ru, конечно, всех материалов, которые предоставляет вендор. Достаточно много выходцев из стран бывшего Советского Союза работает 3CX, кто говорит на русском как на родном языке, поэтому это, ну, не какой-то Google-перевод условно, как у некоторых азиатских вендоров, а профессиональная локализация на русский язык. Ну, еще одно важное слово на этом слайде, о котором не упомянул пока что, это именно программная коммуникационная платформа. Мы реализуем 3CX как софт, который может быть установлен на сервере заказчика, на собственном, в облаке, под разные операционные системы. Ну, то есть возможности именно для использования софта для его установки в этом плане не ограничены. Каждый может сам выбрать, как ему удобнее кажется правильным. И, на самом деле, для многих наших партнеров это большой плюс, что нет в этом отношении никаких ограничений, и можно предлагать заказчикам то решение, которое более удобно им. Сегодня в первую очередь говорим не о технических особенностях платформы, не о каких-то ее возможностях, а о партнерской программе, о деньгах, о ценах, поэтому сразу перейду к одному из важнейших слайдов о структуре прайса. В 3CX существует две редакции по функционалу, Professional и Enterprise. Как вы видите, разница по ценам между Pro и Enterprise не такая большая, но и на самом деле критических отличий между двумя редакциями нет. Основное отличие между Pro и Enterprise, чем Enterprise лучше, это наличие горячего резервирования. То есть дублирующий сервер с теми же самыми настройками в спящем режиме может крутиться в дублирующем режиме. Ну, например, основной может быть в облаке, дублирующий где-то физически установлен в компании или в разных облаках, или еще по какому-то другому принципу распределены эти возможности резервирования, и в течение 3-4 минут в случае возникновения каких-то проблем с основным сервером дублирующий начинает работу. В Professional такие возможности тоже есть, но возможность в случае поломки включения дублирующей конфигурации, она включается сильно дольше. То есть не в течение пары минут, а в течение пары часов. Поэтому тут основное отличие. Те компании, для кого крайне важно не прекращать работу ни при каких условиях, кому нужно все максимально обезопасить, задублировать, зарезервировать, выбирают редакцию Enterprise. Но в Enterprise есть еще дополнительные небольшие преимущества, такие как расширенные возможности кастомизации. Но это уже больше для души такие добавочные фичи, которые можно реализовать в компании. Основное — это именно горячее резервирование. Как вы видите, 3CX
по цене различается под обозначением ОВ. Но для тех, кто не знаком с вендором, это может вызвать, конечно, вопросы. В английской версии материалов и материалов от вендора это SC, это одновременные вызовы, ну, или simultaneous calls. То есть 3CX — это единственная из крупных мировых платформ, которая тарифицируется не по количеству абонентов, а по количеству одновременных вызовов. Это крайне удобно, выгодно для тех предприятий, где есть много абонентов, мало звонков. Например, 3CX очень любят в гостиницах, когда может быть 200, 300, 400, там, 500 тысяч номеров, но постояльцы в гостиницах звонят крайне редко, и поэтому одновременных вызовов много не нужно. Для таких предприятий это получается крайне выгодно. Ну, еще кейс с заводами, промышленными предприятиями, где большая территория с множеством устройств, в основном устройств экстренной связи, по которым обычно вообще не разговаривают, и это тоже получается крайне выгодно для таких компаний. В любой АТС 3CX может быть реализовано до 10 тысяч абонентов. То есть даже если взять самый минимальный, ну, 4 одновременных вызова, без проблем 10 тысяч абонентов будут прописаны в АТС, но позвонить из них одновременно смогут только 4. Параллельно буду отвлекаться на вопросы в чате. Спасибо, что вы их задаете. Резервная АТС лицензируется как отдельная АТС? Вопрос. Нет, она не лицензируется как отдельная АТС. То есть, купив один раз редакцию Enterprise за цену, указанную на слайде, вы все это получаете. То есть, дополнительно ничего приобретать не нужно. Ну и в целом, как раз, да, пятый пункт на слайде, никаких скрытых дополнительных платежей. Это тоже большое преимущество 3CX в этом плане, что в отличие, например, от некоторых американских и западных вендоров, 3CX нет никакой необходимости докупать какие-то опции, докупать какие-то тарифные планы, докупать какие-то фичи, возможности. То есть все, что 3CX есть, вот оно включено вот в эту стоимость, которая на экране. Ну, соответственно, либо в редакции Pro, либо в редакции Enterprise. Также часто отличает 3CX от многих виртуальных АТС, когда кажется, что базовая стоимость, ну, еще если считать там, условно, в месяц 3000 рублей, кажется, что это совсем копейки, но если посчитать, что нужно докупить то все пятое-десятое, там, очереди, IVR, еще что-нибудь, потом докупить абонентов, а докупить модуль конференции и так далее. Плюс еще умножить на 12, потому что, ну, у нас на слайде приведены цены за годовое обслуживание 3CX, а те же виртуальные ТС обычно помечены, тарифицируются. Ну вот часто тоже выходит, что софт от 3CX получается дешевле, чем даже такие варианты. Ну да, уже сказал, что это именно стоимость годовых лицензий. Конечно, кому-то из заказчиков это может нравиться, кому-то не нравится. Есть компании, которые принципиально хотят купить решение один раз и навсегда. Например, поставить железную ТС в сервера, чтобы она стояла, как будто бы она будет работать вечно. Ну, конечно, такие варианты есть, и они существуют на рынке, здесь ничего поделать не можем, если такое желание, но все-таки так или иначе уже, ну, если не большинство, то как минимум каждый второй условно заказчик так или иначе привык, понимает подписочную модель работы, и здесь уже ничего нового, есть различные софты, различные решения, которые также представляют свои услуги, свои продукты, и тысячи, даже сотни тысяч компаний по всему миру без проблем оплачивают 3CX раз в год, и никаких сложностей с этим не возникает. Обычно. Если у предприятия проблемы с бюджетированием и каждый раз закупать 3CX раз в год, это именно в первую очередь бюрократические сложности с объявлением тендеров, с проведением закупки, то можно купить 3CX сразу на несколько лет. То есть, например, выбрать тот срок, который комфортен для предприятия, чтобы не заниматься этим бюрократическим вопросом. Например, на 3 года, на 5, на 11, ну, хоть на 40. То есть у нас бывают случаи, действительно, они достаточно частые, когда компании покупают как бы годовую лицензию, но, например, 5 штук, соответственно, это 5 лет владения АТС, когда больше ничего делать не нужно. Цена просто математически умножается на то количество лет, которое необходимо для владения. Вроде бы по всем пунктам на слайде пробежался. Надеюсь, что плюс-минус по ценам все понятно. Цены указаны в евро. Это рекомендованная розничная цена именно для России, учитывая НДС 20%. В разных странах разное налогообложение, поэтому, например, в Казахстане официальный РРЦ выше, в Беларуси, например, тоже выше. Ну, есть страны, естественно, в мире, где софт вообще не облагается налогами, так же, как было в России до 2021 года. Так что РРЦ могут быть в разных странах разные, именно исходя из налогообложения, роялти, НДС и прочих условий, которые действуют в каждой стране. На сайте вендора, на сайте 3CX.ru, 3CX.com цены выложены без налогов и прочих сборов, которые существуют в разных странах. У нас очень часто спрашивают, почему у вендора цены такие, у вас такие. Ну, там на сайте вендора есть приписка, что это цены без налогов. Никакого обмана нет, цены различаются для России. И на сайте вендора ровно на эти 20% НДС.
НДС. Кратко пробежимся о том, какие бенефиты, какие возможности дает IP-матика для партнера. Мы как платиновый дистрибьютор 3CX в России, мы на самом деле единственный дистрибьютор 3CX в России, Казахстане, Беларуси, не единственный поставщик, есть партнеры другие, но как именно дистрибьютор, как платиновый дистрибьютор, мы такие одни, поэтому призываем, приглашаем партнеров работать с нами и получать все преимущества от работы с этим вендором. Мы оказываем бесплатную техническую поддержку, проектную помощь, конечно же, предоставляем маркетинговые материалы как в электронном виде, так и печатным, кому нужно. Часто бывает, что партнеры хотят приходить с заказчиком с какими-то физическими материалами, чтобы можно было их оставить, прикрепить свою визитку, какое-то напоминание себе оставить. Это для кого-то работает в продажах, без проблем это все тоже можно. И, конечно, мы проводим обучение, совместные вебинары. На первое полугодие 2024 года офлайн физические обучения технические по 3CX запланированы в Москве. Вы можете без проблем зарегистрироваться, в них поучаствовать, это все бесплатно. Приглашаем, информация есть на нашем сайте. Но в других городах также мы регулярно, примерно раз в квартал, проводим технические обучения. Периодически проходят также сейловые тренинги, обычно в онлайн-формате. Записи есть также на нашем YouTube-канале. И любим и умеем проводить вебинары совместно с партнерами. Периодически наши партнеры хотят рассказать о себе, о своей компании, о каких-то интересных интеграциях, фишках, которые сами партнеры делают. Без проблем можем сделать это вместе, позвать заказчиков или других партнеров, которым вы можете предлагать какие-то свои готовые программные модули как дополнительный продукт, и все это сделать. Примеры таких совместных вебинаров есть тоже на нашем YouTube-канале, если кому-то интересно, посмотрите. Вендор тоже предлагает различные условия поддержки для партнеров, конечно, куда же без этого. Не по порядку важности, но по порядку представления на этом слайде. Все партнеры получают NFR-ключи для личного использования или для проведения демонстрации. NFR — это not for resale, то есть их нельзя продать, можно использовать самому, можно показывать заказчикам, можно на какое-то время передавать заказчикам, чтобы они на них работали, но это на самом деле бессмысленно, потому что каждый партнер может на 60 дней для своих заказчиков создать тестовый ключ с любыми характеристиками по редакции, по размеру, и 60 дней ваш клиент будет без проблем тестировать решение от 3CX. Так что, наверное, использовать NFR для этого просто смысла нет. Большинство партнеров просто у себя в компании используют NFR-ключи как, собственно, тест своего предприятия. И также у нас в IP-матике один из наших NFR-ключей от 3CX используется как АТС, который мы можем пользоваться просто в своей работе. Бывают случаи, когда партнер по тем или иным причинам перестает работать с 3CX. Например, у нас был партнер, который, в принципе, закрыл направление телефонии, перестал работать с АТС, соответственно, потерял статус по 3CX и потерял свой NFR-ключ. Но у них в компании работала АТС 3CX, они были очень счастливы и довольны. Просто они стали из года в год уже как заказчик покупать ключ, продлевать на коммерческих условиях, просто чтобы самим пользоваться 3CX. Это только лишний раз доказывает, что нашим партнерам 3CX нравится не только коммерческий продукт для передачи своим заказчикам, но и, наверное, даже в первую очередь нравится сам продукт для использования, то, как он технически реализован, то, какие возможности он дает. В разделе «Где купить» на сайте 3CX.ru представлены партнеры из России, из Казахстана, из Беларуси, собственно, в зависимости от региона, начиная от Silver и выше. Про статусы партнеров я на следующих слайдах скажу обязательно. Передача потенциальных клиентов вендорам, осуществляется. Все лиды, которые приходят к вендору, когда заказчики обращаются напрямую, передаются, естественно, партнерам, то есть напрямую, естественно, с заказчиками ни вендор, ни мы никогда не работаем. Все лиды, которые приходят к нам, мы тоже передаем. И также 3CX собирает e-mail клиентов, которые непосредственно на сайте 3CX.ru или 3CX.com скачали бесплатную пробную версию и пользуются 3CX. Соответственно, по всем этим e-mail тоже проходят рассылки. Но если заказчику интересно либо купить решение, либо расширить с бесплатной пробной версии на 60 дней, как я говорил выше, получить больше одновременных вызовов или редакцию Enterprise, например, то также это делать через партнеров, это тоже как лид будет вам передаваться. Такие случаи тоже бывают. Бесплатная техническая поддержка, доступ к форуму также, естественно, у партнеров есть. Вы можете решать сами, как вам удобнее, как вам больше нравится. Обращаться за технической поддержкой в компанию IP-матика к нашим инженерам или, собственно, на Кипр обращаться к инженерам 3CX. Это можно делать также на русском языке. В компании 3CX, как я уже говорил, есть русскоязычные сотрудники, в том числе инженеры. Маркетинговые материалы, представляет также вендор. После регистрации в качестве партнера вы получаете доступ к партнерскому порталу 3CX. Там, на самом деле, тонны материалов на разных языках, в том числе на русском. Сейловые гайды, маркетинговые гайды. Это все можно скачать, посмотреть, использовать их презентации. Очень много материалов, видео и прочего открыто, просто в открытом доступе на сайте 3CX.ru. Все описания, все даташиты, вебинары и так далее. Но именно в скрытом партнерском разделе партнерского портала 3CX также еще много дополнительных
этих материалов присутствует. Ну и, конечно, не только по техническим, по сейловым вопросам также можно обращаться к вендору, например, по общей почте partner@3cx.com, и с проблем вам ответят, конечно, также можно делать на русском языке. Да, уровень поддержки зависит от статуса партнера, большинство опций или расширенные опции доступны от статуса Silver и выше, например, для бронзовых партнеров и для более статусных есть разные ветки форума. Ну, конечно, мы будем рады и всех партнеров призываем достигать более высоких статусов, но не переживайте, если у вас, например, статус только бронз, то без проблем тоже, конечно, вас без помощи не оставят, но некоторые возможности, например, размеры NFR-ключей, будет сокращен по сравнению с партнерами Silver и выше. На чем мы призываем партнеров зарабатывать? Часто есть такая, ну, не претензия, а скорее вопрос, что, а как так, лицензия стоит дешево, маржа вроде как маленькая, ну, смотря чем сравнивать, конечно, понятно, что тут всегда всем хочется больше. Ну, заработаем мы там на этой АТС условно 200 евро, и что? Нет, хочу как бы вас в этом разуверить и как раз рассказать, как реально происходит работа партнеров, которые постоянно работают с 3CX, на чем и как они зарабатывают. Ну, конечно, первоначальная продажа, да, в любом случае, при реализации первого проекта вы получаете маржу, предусмотренную вашим партнерским статусом. Но к этому обычно добавляются услуги по внедрению, по настройке, по интеграциям, по обучению первоначальному сотрудников, заказчика и так далее. Каждый партнер, вы сами решаете, на каких условиях, как проводить все эти услуги. Кто-то оказывает это бесплатно в случае покупки лицензии, например, для крупных проектов, если маржа самой лицензии позволяет. Кто-то делает это по фиксированной стоимости. Кто-то продает программные модули по фиксированной стоимости, а свои, например, услуги добавляет бесплатно. Кто-то просит по часовой оплате. Здесь полностью на ваше усмотрение, как вам кажется, правильно строить свою бизнес-модель, так и можете делать. Тут никаких указаний, естественно, ни от вендора, ни от нас быть не может и нет. Кроме продажи софта, ну, естественно, мы рекомендуем реализовать комплексные проекты. И, например, если есть АТС на 200 абонентов, например, на 32 одновременных вызова, то понятно, что можно сюда же предложить 200 телефонов E-Link, например, или 200 отельных телефонов Funvel, или, например, если там в компании не пользуются телефонами, но все равно это могут быть вот гарнитуры VT. Бывают случаи, что вместе с 3CX предлагают смартфоны для сотрудников, на которые устанавливаются приложения 3CX Phone, или переносные Wi-Fi трубки LinkVille. Ну, в общем, здесь тоже в зависимости от потребностей заказчика, как бы возможности не ограничены. Пожалуйста, предлагайте оборудование и всю инфраструктуру вместе с АТС-кой. Ну, мы, компания Pimatic, естественно, с удовольствием тоже посчитаем и дадим возможности по реализации комплексных проектов. Ну и второе, о чем не нужно забывать, 3CX — это годовая лицензия, поэтому вы будете из года в год на продлении лицензии получать ту же самую маржу, продолжая работать с заказчиками. И подавляющее большинство клиентов достаточно быстро обучаются и понимают, как работать с 3CX. И если в компании существует сисадмин, ну, какой-то айтишник, который, в принципе, умеет работать с софтом и его обновлять, то в подавляющем большинстве случаев никаких проблем и сложностей не возникает. По статистике наших партнеров, 97-98, даже 99% клиентов обращаются с вопросами примерно раз в год. И вопрос этот: выставите, пожалуйста, счет на продление лицензии. В этом случае, ну, то есть буквально за 3 минуты работы вашего бухгалтера, за выставление счета и получение денег, вы получите ту же самую маржу. И этот вал, этот кэшфлоу, он как бы накапливается, потому что если в первый год у вас условно там 5 клиентов, а через год еще 5, то это уже 10, а на 3 год это 15, ну и, соответственно, так можно увеличивать свой заработок. Ну, услуги по сопровождению, по технической поддержке, также, конечно, любой партнер вы можете выставлять по своему усмотрению. Кто-то из наших партнеров делает это бесплатно, кто-то какие-то минимальную тарификацию помесячно выставляет, кто-то по тикетной системе. У 3CX, как и у нас, нет бесплатной официальной технической поддержки для конечных пользователей. То есть мы, конечно, на вопросы ответим и вежливо с заказчиком поговорим, но настоятельно рекомендуем обращаться именно к партнерам, в том числе для того, чтобы не отнимать ваш хлеб. То есть заказчики будут приходить с вопросами к вам, и вы уже сами можете с ними работать так, как вам кажется правильным. Ну, например, выставить какую-то цену за поддержку по тикетам. Ну, кстати, у вендора, например, это 75 евро за один тикет, то есть за один вопрос. Это именно такая защитная цена, чтобы заказчики не обращались и работали с партнерами, ну, потому что это правильнее. Конечно, бывают случаи раз в год, когда к вендору обращаются и по таким ценам, ну, что поделать, все люди разные. Ну, конечно, в подавляющем большинстве случаев это именно работа с партнерами. Вот как раз перехожу к следующему слайду с партнерскими статусами, их названиями, их градациями, и тем, как оно работает и как их получить. Статусы бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, титановый, ну, или по-английски также часто можно увидеть эти обозначения. То есть всего основные 5 по
партнерских статусов, которые увеличивают маржу партнера от 15 до 35%. Ну, то есть один шаг по 5% от рекомендованной розничной цены. Чтобы получить тот или иной статус, нужно набрать определенное количество баллов. В этом году были понижены таргеты для бронзовых, серебряных партнеров. Ну, для бронзовых они были временно понижены раньше, сейчас это закрепилось как постоянное решение. Всего 1000 баллов нужно набрать, чтобы стать партнером бронз, всего 5000 баллов, чтобы стать партнером сильвер. Для золотых, платиновых, титановых таргеты немножко поднялись действительно, ну, потому что, чтобы действительно достигать высоких статусов, нужно показывать результат. Так или иначе, логичное решение, что вендор поднимает эти статусы. Ну, тем более, как я говорил уже, объем клиентов накапливается, и, конечно, как и заработок, так и баллы в партнерской программе из года в год на одних и тех же клиентов тоже можно получать. Здесь все достаточно логично. Что такое балл? 1 балл – это 1 евро в рекомендованных розничных ценах без налогов, роялти, НДС и прочих сборов. То есть это та цена, которая обозначена без налогов в вендорских прайсах. Соответственно, 1 евро продаж – это 1 балл. Ну, то есть 1000 баллов – это примерно соответствует 2 маленьким реализациям 3CX на, например, 16 одновременных вызовов. Ну или примерно 4 АТС по 8 одновременных вызовов, ну или, соответственно, примерно 8 АТС по 4 одновременных вызова. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это буквально несколько небольших клиентов или один крупный проект моментально дает статус бронз. Ну или даже сильвер, потому что, ну, если клиент действительно крупный, то тоже 5000 баллов набрать в целом не проблема. При достижении нужного количества баллов статус поднимается мгновенно и сохраняется до конца следующего календарного года. То есть, например, если новый партнер реализует крупный проект сейчас, набирает, ну, например, 5000 баллов, его статус сильвер сохраняется как минимум до 31 декабря уже 2025 года. Ну и, соответственно, в течение 2024-2025 года партнеру также ничто не мешает сделать еще реализации, еще проекты и повысить свой статус, например, до золотого. Но и как по логике продаж, как должно происходить, через год тот же самый клиент со своей АТС придет за продлением, ну и, соответственно, свой статус сильвер партнер уже сможет сохранить до конца 2026 года и так далее, так далее. Часто задают вопрос, можно ли как бы авансом получить статус, если есть крупный проект, получить скидку выше. Ну, да, мы тут, конечно, не злые, я на предыдущем слайде говорил о проектной помощи, еще дальше буду про это упоминать. Ну, естественно, если крупные инвестиции в проект, крупный заказчик, требуются какие-то там большие изыскательные работы, тестирование, вставление ТЗ и так далее, ну, действительно, партнеры проводят работу, ну, естественно, мы стараемся идти навстречу, и в том числе и скидками готовы помогать, и, конечно, здесь как бы прям жестких ограничений и проблем с этим нет, мы, естественно, всегда готовы идти навстречу своим партнерам. Вопрос от новых партнеров, как, собственно, вступить в партнерскую программу 3CX? Ну, во-первых, зарегистрироваться на сайте вендора. Очень прошу, настоятельно прошу регистрироваться по нашей реферальной ссылке компании Appymatica, которую можно найти на нашем сайте, можно найти на этом слайде, можно в презентации, которую вы получите по итогам вебинара, ну или перейти по QR-коду на экране, также попасть именно на форму регистрации по нашей ссылке. Регистрироваться можно как на английском, так и на русском языке, кому как больше нравится, ну, проще, наверное, по-русски, конечно, но если вы зарегистрируетесь по нашей ссылке, вы автоматически попадете к нам в дистрибуторский портал, сможете пользоваться всеми преимуществами от работы через официального дистрибутора и также получать дополнительные скидки. Ну, на самом деле, в любом случае, как минимум в России, вы не сможете работать с вендором напрямую. То есть, в любом случае, вам нужен дистрибутор, так или иначе, вы попадете, скорее всего, к нам. Но этот путь может быть сложнее, длиннее и с меньшими преимуществами, в том числе по маржинальности, в том числе для вас. Так что рекомендуем сразу регистрироваться по ссылке компании Appymatica. Кратко проводится обычно телефонное собеседование с вендором на русском языке, конечно, в течение 1-2 рабочих дней. Ну, то есть просто знакомство, общение с представителем 3CX для того, чтобы понять, насколько регистрация реальная, насколько вы хотите работать, есть ли у вас какие-то уже проекты. После этого одобряется ваш партнерский аккаунт. Одобренные аккаунты, ну, понятно, что у вас сразу каких-то набранных баллов нет, их нужно получить в процессе работы, поэтому есть 6-й партнерский статус, трени, или академия, или учебный, называть его можно по-разному, но смысл единый, что это учебный статус, который выдается новым партнерам, чтобы они в течение полугода могли реализовывать свои проекты. Но важное изменение, которое произошло недавно, в течение 7 дней после регистрации нужно получить 500 баллов в партнерской программе 3CX. То есть, как бы вендор хочет видеть инициативу от партнеров, готовность к инвестициям или к реализации первых проектов сразу же 500 баллов примерно соответствует одной лицензии на 16 одновременных вызовов редакции PRO, ну или 4 лицензиям на 4 одновременных вызова. Они, естественно, никуда не пропадают, их можно как сразу реализовать заказчиком, так и позже в любой момент. Тарификация идет только с момента активации на стороне заказчика, не с момента закупки лицензии. Ну и также на первую закупку мы от себя, конечно, тоже готовы помочь, предоставить дополнительные скидки, чтобы вы потом реализовали эти ключи с максимальной выгодой для себя. После этого статус трейни будет получен на 6 месяцев, ну как бы 6 месяцев минус
минус 7 дней изначальных, в течение которых надо будет набрать еще 500 баллов, соответственно, в сумме у вас получится 1000, и вы моментально перейдете на статус бронза. То есть это вот такие минимальные требования для партнеров к сохранению партнерского статуса. Ну, как минимум, это более лояльно, чем у большинства вендоров и поставщиков коммуникационных платформ на рынке, потому что где-то нужно буквально заплатить деньги вендору или дистрибутору, чтобы войти в партнерскую программу, такие кейсы есть. Где-то есть как минимум платное обучение, где-то есть первая минимальная закупка, которую нужно сделать как тестовый демофонд. 3CX этого всего нет. Само по себе вступление в партнерскую программу, конечно, бесплатное, обучение бесплатное, 3CX Академия бесплатная, тема лицензии и NFR-ключи, конечно, тоже бесплатные. Кратко на этом слайде хочу повторить основные положения, вот о чем я сейчас рассказывал. Есть смысл регистрироваться в партнерской программе 3CX, если у вас есть моральная и физическая готовность в течение 7 календарных дней после регистрации проинвестировать первую закупку 540 евро с НДС. Ну, то есть это, я посчитал, стоимость минимального набора ключей для получения статуса трейни на полгода уже с НДС в ваших партнерских ценах. Ну, конечно, с нами можно договориться от этой цены получить дополнительную скидку. Это я не скрываю, это возможно. Или же можно зарегистрироваться на финальной стадии реализации первого проекта. Ну, то есть, если вы понимаете, что вот вам деньги от заказчика уже приходят, сейчас будет реализация, можете зарегистрироваться, в течение недели сделать свой первый проект, также все будет без проблем хорошо. Если этого не сделать, не набрать баллы в течение первой недели, ваш аккаунт просто будет удален. Ну, то есть просто физически в этом как бы нет смысла проходить эту процедуру, чтобы через 7 дней ваш партнерский аккаунт был удален. Обязательно регистрируйтесь по реферальной ссылке компании Пиматика и также обязательно привязывайте ключ заказчика к вашему партнерскому ID. То есть тогда, соответственно, мы будем видеть вас в своем портале, всю информацию необходимую, вы будете видеть информацию о своих заказчиках, ну и мы также сможем без проблем продлевать ключи ваших заказчиков и даже получать уведомления о том, что у вашего клиента истекает ключ, и напомнить вам в этом, если есть такие сложности. Потому что периодически бывают случаи, когда по тем или иным причинам либо партнер не хочет заморачиваться, например, либо заказчик не хочет, чтобы там кто-то видел настройки его ТС, просто забывают, что истек срок, или что нужно обновить систему, или еще какие-то случаи, а потом у них ничего не работает, и приходится как-то оперативно этот вопрос решать, хотя, конечно, проще это сделать заранее. Ну и да, возвращаясь к первым двум пунктам на слайде, если вы регистрируетесь только перед реализацией первого проекта, то вы не сможете, например, заранее привязать клиента к своему ID, обезопасить себя от того, чтобы, например, при скачивании тестового ТС он как лид не попал к другому партнеру, чтобы не было лишних сложностей. Вы не сможете предоставить ему тестовый АТС с расширенными возможностями от себя, ну, потому что на этот момент у вас еще нет партнерского ID. То есть, конечно, идеально все-таки заранее зарегистрироваться, закупить минимальные лицензии, которые вам нужны на стоке, потом уже их реализовать вашим заказчикам с хорошей маржой, ну и, соответственно, получить все возможности работы с вендором сразу при регистрации и уже с этими возможностями реализовать первый проект. То есть тестовые ключи, NFR-ключи, все материалы и так далее, и так далее. Ну, тут смотрите, как удобнее, как лучше. Конечно, все это возможно. И мы, с своей стороны, конечно, без поддержки вас не оставим, как с технической, так с пресейловой, так и с коммерческой стороны. Можно ли на первый проект получить скидку больше? Я это уже упоминал на одном из предыдущих слайдов, но более структурированно, как раз на этом слайде повторю. Да, можно. Ну, во-первых, регистрируйте проекты через наш отдел продаж. В 3CX не существует регистрации проектов, защиты проектов поставкой и какой-то глобальной системы регистрации, как, например, принято у азиатских вендоров. Но мы помогаем ценой, условно, есть защита ценой. Если вы зарегистрируете проект у нас, мы вам просто дадим скидку на один статус на 5% выше. На проекты примерно от 12 тысяч евро в РРЦ, то есть те, которые сразу при реализации дают много баллов и возможность получить более высокий партнерский статус, мы также даем дополнительные скидки, это возможно. При покупке ключа сразу на несколько лет мы от себя готовы предоставить дополнительную скидку. Партнеры, которые давно работают с 3CX, знают, что раньше была официальная скидка от вендора. При покупке на несколько лет сейчас такой возможности нет. Розничные цены для заказчиков вы при покупке на 3-5 или более лет понижать как бы не обязаны. Такой открытой информации это не заявлено вендором, как было раньше. Но мы готовы вас дополнительно поддержать в случае реализации таких крупных кейсов. Это возможно. Ну и периодически, да, у нас проходят какие-то акции, поддержка новых партнеров и так далее. Это все бывает. Следите за новостями компании Пиматика. Это все также возможно. Резюмируя, с чего начать, если вы хотите работать с 3CX, познакомиться с представителем 3CX, либо пройдя регистрацию, либо просто можно связаться
связаться с Еленой Федосеевой, все контакты есть, без проблем со мной узнать побольше про 3CX, без проблем, конечно, вам расскажем. После регистрации установите на фар-ключи, активировать их, это тоже обязательное условие, что для сохранения продолжения работы с вендором, понятно, что вы должны показать, что вы хотя бы активировали свои бесплатные ключи, вообще зашли в админку 3CX, посмотрели, что это такое. Пройти сертификацию, и это сейчас не обязательно для получения партнерских скидок, для получения вашей маржинальности, но обязательно, например, для получения технической поддержки от вендора. То есть логика прямая, она понятная. Если вам что-то непонятно, не нужно создавать тикет. Пройдите сначала сертификацию техническую, обучите ваших инженеров, и тогда 99% ваших вопросов отпадут, потому что у вас будет комплексное понимание, представление о работе 3CX, комплексное понимание материалов презентации от вендоров, после чего большинство вопросов отпадает, и уже никакие тикеты создавать не нужно. Тут лишнюю работу ни для себя, ни для нас. Вендор, конечно, создавать не хочет и настоятельно призывает пройти сертификацию базовую, продвинутую. Это можно сделать, пройдя ее онлайн. Вендор регулярно проводит онлайн-тренинги. Вы это на сайте 3cx.ru можете посмотреть расписание вебинаров. Такие точечные вебинары по каким-то конкретным вещам, например, в случае масштабных обновлений платформы вендор проводит, но и регулярно проходят 6-дневные тренинги, сколько я помню, 6 дней по 2 часа на русском языке, который инженер 3CX проводит в онлайне. Любой желающий может подключиться, пройти это обучение и получить сертификацию потом. Но и также ничто не мешает вам зарегистрироваться на наши, которые мы проводим в России, офлайн-тренинги, на наших инженеров, также все изучить и также пройти сертификацию. Информация тоже в открытом доступе, регистрация открыта на нашем сайте, так что обращайтесь. Изучите материалы на партнерском портале, в том числе и сейловые, и маркетинговые презентации. Как минимум они интересные, как максимум они полезные и реально помогут вам в работе. Можно также посмотреть, например, мой вебинар по технике продаж 3CX, который я именно на основе материалов от вендора разбирал и в таком аудиовизуальном формате представлял. Запись есть на нашем YouTube-канале. Обязательно заключите договор с компанией Epimatica. Это просто непреложное условие, чтобы официально проводить работу на территории Российской Федерации. Понятно, что без лицензионного договора мы просто ничего сделать не сможем, то есть без этого никуда не уйти. Это обязательно нужно сделать. Сами определитесь, с прайсами на услуги и поддержку. Как и говорил, каждый партнер здесь сам делает это так, как вам кажется правильным. И реализуйте свои первые проекты. Мы вас в этом поддержим, поможем. Будем только рады, если они будут как можно быстрее, как можно больше. Как говорится, рынок поле непаханное, и здесь, по большому счету, заказчиков для всех хватает. И успешность партнеров в первую очередь зависит от активности самих партнеров, от качества услуг, сервисов, которые они предоставляют. Пара замечаний по схеме работы с заказчиками. Политика вендора, которую мы тоже транслируем, и она видится нам тоже правильной и полезной для работы. Во-первых, мы настоятельно рекомендуем вам, как сертифицированному интегратору, который все знает, понимает, умеет работать с 3CX, получил техническую сертификацию, работать напрямую с заказчиками. Понятно, по законам России мы не можем это запретить, но мы не рекомендуем так делать, просто исходя из обычной коммерческой сейловой логики. Я имею в виду размывать цепочку продаж, работать через несколько рук, работать с какими-то субподрядчиками, партнерами, просто потому что бывают случаи, когда поставка лицензии идет через 4-5 рук, когда наш партнер, например, московский, работает с каким-то своим офисом, со своим филиалом, например, на Дальнем Востоке. Этот дальневосточный филиал, я просто сейчас вспоминаю реальный кейс, который был, дальневосточный филиал работает с интегратором из Магадана. Интегратор из Магадана работает с монтажником скудов где-то в Магаданской области, и тот осуществил поставку лицензии небольшой заказчику. Все в этой цепочке заработали по несколько процентов маржинальности, вообще не поняли, что произошло. И более того, интегратор, который московский, он проходил сертификацию 3CX, понимает, что это, как оно работает, а дальше уже, когда дошло до бедного монтажника Магаданской области, он просто не понял, что происходит. То есть он передал ключ, передал акты, сказал, ребят, некий продукт, я вам его даю, как вы хотели. Но когда у заказчика возникли вопросы, как это вообще настраивать, получается, что вся цепочка пошла обратно. Все эти вопросы пошли обратно, дошли до нас, таким испорченным телефоном это все передвигалось. Конечно, было бы намного проще, если бы сертифицированный партнер работал напрямую с заказчиками, таких сложностей никого не возникало. Банально, так вы даже заработаете больше, потому что цепочка поставки не будет размываться. С другой стороны, мы и вендор, в первую очередь вендор, конечно, запрещают продажу лицензии по цене ниже РРЦ. То есть мы считаем, что должны быть условия честной конкуренции. Мы в целом против демпинга, и выбор партнера должен происходить по компетенциям, по услугам, которые они оказывают, по условиям оказываемой техподдержки, интеграциям и так далее, не просто по стоимости лицензии. Также при регистрации на партнерском портале 3CX вы тоже соглашаетесь с условиями работы 3CX, где этот пункт прописан. Конечно, я прекрасно понимаю, что по законам России мы не можем вас здесь ограничить. Естественно, здесь нет
как бы, штрафов, и вы не подписываетесь кровью, но мы просим, призываем и настоятельно рекомендуем работать так, чтобы всем в итоге было комфортно, правильно, все были счастливы и довольны. Ну, на самом деле, конечные заказчики тоже в конечном итоге более довольны, потому что они получают более качественную поддержку, более качественный сервис и там условные 2% там скидки, которые можно выбить дополнительно с того или иного партнера, ну, как показывает практика, они того не стоят. Вроде все моменты на этом слайде тоже проговорил. Если есть какие-то вопросы, пишите. Если на чем-то я недостаточно сакцентировал внимание, но надеюсь, что тут по вот этим политикам плюс-минус все понятно. Немножко хвастовства в том плане, что хочу обратить внимание на реализованные проекты в России. У нас сейчас именно в России более 2000 коммерческих клиентов, те, кто из года в год оплачивает лицензии 3CX, также сотни, ну и даже уже тысячи, пожалуй, есть в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Беларуси, других странах, где мы представлены. Это, конечно, не так много. Не скрываем, что в Западной Европе клиентов 3CX намного больше. В некоторых странах, например, в скандинавских, проникновение 3CX на рынок достигает 97%. То есть буквально вся страна пользуется 3CX. В Гренландии, например, в принципе, национальная сеть телефонного острова построена на 3CX. Ну, людей там немного, но все равно это как бы интересный пример. Так что возможности для развития и продаж этого продукта в России колоссальные. Партнеров еще не так много, и какой-то суперконкуренции для того, чтобы войти на этот рынок, предлагать этот продукт у вас не будет, и придется там сражаться с сотнями других интеграторов, как это происходит, например, во Франции. Так что сейчас, ну, условно говоря, на низком старте вы можете прекрасно начать работать с этим вендором и получать все преимущества. Максимальная реализация в России 512 одновременных вызовов, то есть реализация на 1024 одновременного вызова. Это, в принципе, самая дорогая максимальная лицензия, которую предлагает вендор, еще не было. Я надеюсь, что кто-то из вас станет первым партнером, который такой кейс реализует в России. Когда такое произойдет, конечно, специальный подарок от IP-матики и от вендора, и от меня лично вас будет ждать. У нас есть кейсы замены как Астериска, так и Panasonic, так и других вендоров по разным причинам, так сказать, ушедших с российского рынка. Есть кейсы замены и просчетов стоимости с виртуальными АТС, ну и, конечно, сравнение с Ястар, как одного из лидеров мировых вообще рынка АТС тоже есть. Можем поделиться без проблем как бы и видение 3CX своего сравнения с Ястар, и видение Ястар своего сравнения с 3CX. Это все тоже есть в доступе. Несколько логотипов клиентов, которые есть в России. Ну, кстати, интересно, что если вы позвоните в колл-центр Аквафора, то, насколько я знаю, до сих пор у них играет именно фирменная мелодия 3CX на AVR. Она очень нравится многим нашим заказчикам, что они даже не меняют. И вот эта приятная, узнаваемая мелодия 3CX. Бывает такое, что звонишь в какой-то колл-центр, слышишь периодически, понимаю, о, эта компания работает на 3CX, они используют стандартную вендорскую мелодию, не захотели ее менять. Очень частый вопрос от от партнеров, как писать ТЗ под 3CX. Дайте нам готовые ТЗ. Мы так не делаем, не предоставляем, но и сами ТЗ за партнеров не пишем. Во-первых, это работа партнеров, как мы не можем всю работу сделать за вас. Мы, естественно, готовы помогать, советовать, представлять какие-то наработки, но стандартных шаблонных ТЗ под 3CX обычно не существует. В подавляющем большинстве случаев партнеры делают ТЗ индивидуально под каждого заказчика. Примеры мы, конечно, готовы предоставить, с этим проблем нет, но и наши пресейл-инженеры готовы помочь, что-то посоветовать в конкретных моментах. Но есть общие моменты, которые мы рекомендуем указывать для отстройки от конкурентов. Например, всегда прописывать 10 тысяч добавочных номеров, даже в небольших проектах, ну, потому что почему бы и нет. 3CX это поддерживает, любой АТС, здесь никаких проблем не возникнет, и противоречий с тем, что рядом будет указано реальное необходимое количество одновременных вызовов, также не возникает. Ну и также крутое отличие от 3CX – это встроенный модуль бесплатный, как бесплатное дополнение к АТС, видеоконференции, вебинаров, редакции про до 100 участников. Но да, я выше уже упоминал, что в редакции Enterprise это количество априори больше, и сейчас это количество еще больше расширяется, ну, то есть уже там до 1000 участников может быть в вебинаре или видеоконференции. Ну, понятно, что в плане раскладки ВКС это, конечно, будет не 1000 изображений на экране, количество именно спикеров одновременных ограничено, но подключиться и участвовать в конференции могут сотни участников. И это именно бесплатное дополнение. У нас есть достаточно много кейсов, когда 3CX компания берет именно как решение ВКС, именно как решение для вебинаров. Ну, потому что можно взять самую минимальную АТС-ку на 4 одновременных СИПовых вызова, установить его у себя в компании на сервере, плюс как еще как резервную АТС. В случае поломки основной у вас будет просто дублирующий АТС на 4 одновременных вызова, что хватит там позвонить по каким-то экстренным вопросам. А использовать ее в первую очередь как решение для видеоконференц-связи. Даже сравнивая, там, например, с Zoom или с другими лидерами именно вебинарных решений, может быть, в чем-то технической стороны пока еще 3CX уступают, это правда, там есть моменты, которые кому-то не нравятся, но здесь
тоже происходят доработки, но все-таки в первую очередь 3CX — это ATS, это телефонное решение, поэтому модуль видеоконференции не должен быть самым крутым в мире, ну, потому что это не основной продукт. Но учитывая разницу в цене, то, что, по сути, это дополнительный бесплатный модуль, и весь основной функционал там, проведения вебинаров, видеоконференции он решает, то, конечно, многие заказчики довольны, и, как я уже сказал, многие используют 3CX именно как решение ВКС в первую очередь. Некоторые дополнительные преимущества работы с нами, работы с 3CX, резюмирую на одном слайде, резюме, почему с нами нужно работать. Я упоминал, что отели любят 3CX, и мы любим отельные проекты. Также у нас есть вендор Funvel, который предоставляет отельные телефоны специализированные. Мы любим такие отельные проекты, мы, в принципе, любим комплексные проекты, мы любим комплексные проекты 3CX плюс Funvel, и готовы предоставлять дополнительные плюшки, дополнительные скидки, дополнительные бонусы, подарки при реализации таких проектов и особенно при написании истории успеха этих проектов. Но вот, кстати, у нас недавно партнер получил приз, эквивалентный $400 США за написание истории успеха. То есть это абсолютно реальные кейсы, и они из года в год происходят. Вы тоже можете так делать. Комплексные проекты мы поддерживаем не только с коммерческой стороны, но и также со стороны защиты проектов. Я говорил, что в 3CX как таковой защиты проектов жесткой нет. Все в рамках европейских, ну и российских законов антимонопольных, но реализация защиты проектов реализуется у разных вендоров по-разному. Соответственно, если вы реализуете комплексный проект, например, вместе с Funvel'ом или вместе с Елинком, вместе с Гигасетом и так далее, то можно получить защиту своего проекта и возможности поддержки от разных вендоров, и в комплексе это все будет намного проще, поможет защитить ваши инвестиции. Мы готовы компенсировать ваши маркетинговые активности скидками на будущее лицензии. Обычно 50% от стоимости проведенных ваших активов потом мы вам отдаем в качестве дополнительных скидок. Отвечая на возникающие вопросы. Во-первых, не хотим скидки, хотим деньги сразу, а вдруг мы ничего не продадим. Ну, тогда вопрос к партнеру, зачем вы проводите какую-то активность за деньги, если вы заранее считаете, что вы ничего не продадите. Такого делать не нужно. И второе, это, конечно, должны быть активности, популяризирующие 3CX на рынке, отстраивающие 3CX от конкурентов. Ну, то есть мы не можем поддержать, например, контекстную рекламу формата «Выбирайте 3CX, покупайте 3CX у нас». Ну, потому что мы не можем выделять партнеров и тем более поддерживать инициативу партнера, который хочет перетянуть лиды у других партнеров. Но если вы реализуете какой-нибудь комплексный проект, реклама, например, в AdWords, там, в контексте, еще в каких-то других местах, я не знаю, в СМИ, там, на порталах, где вам это кажется правильным, в соцсетях, например, по замене ушедших из РФ вендоров, по замене того же Panasonic, или, например, с посылом, что хватит сидеть на бесплатных решениях вроде Астериска, вам это выходит в итоге дороже, чем кажется, давайте сделаем вам профессиональную интеграцию. Здесь, конечно, мы с удовольствием поддержим, как и с онлайн-форматами, так и с офлайн-форматами активности. Если вы соберете своих заказчиков, мы также готовы к вам приехать практически в любой город. Ну и, в принципе, уже от 3 человек, условно говоря, можно обсуждать проведение какого-то мероприятия для технического обучения в вашем городе. Ну или, если вы собираете нескольких заказчиков, это может быть какой-то коммерческий семинар. Ну, также есть варианты там и компенсации, ну и напрямую даже какие-то косты можно попилить. Это все обсуждаемо, так что обращайтесь. Отвлекусь на вопрос в чате, как получить сравнительный материал с Ястар. Во-первых, в партнерском портале 3CX. Если у вас есть доступ, вы можете скачать версию 3CX. У Ястар вы можете получить версию Ястар. Это тоже вендор предоставляет. Но чтобы это могло произойти проще, напишите мне по доступным контактам. Я просто с вами ссылками поделюсь. Для простоты сейчас напишу в чате тоже, ну и вслух скажу, что, например, со мной можно связаться по адресу 125@itematica.com. Например, по этому. Ну или, например, 3CX@itematica.com. Адрес, конечно, тоже доступен. Так что можете написать мне, я поделюсь ссылками, Дмитрий. Если вы, опять же, смотрите в записи, вам там лень или не получается самим найти, напишите в комментариях, мы вам тоже, конечно, поможем. Я много раз упоминал, что 3CX — это европейский вендор, что вендор с Кипра, это правда, но формально мы работаем с 3CX как с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Все договорные денежные формальные отношения у нас происходят с вендором из Дубая, из УАЭ. Так что ни в каких санкционных историях 3CX не участвует, нет ограничений по работе в России для любых заказчиков, есть этому подтверждение, в том числе и письменное. Но и, например, за прошлым году основатель и руководитель компании 3CX приезжал на конференцию в Москву, в том числе, чтобы подтвердить готовность работать с заказчиками в России и с партнерами в России. 3CX — это софт, поэтому, по сути, это бесконечный сток со сроком поставки один день. Никаких транзитов, никаких ограниченных стоков, никаких складских остатков, никакой логистики. Это все классно, удобно, быстро. Ваши издержки меньше, скорость выше, заказчики более довольные. Конечно, кто-то считает, что при работе с чистым софтом есть свои сложности, и лучше там купить железную АТС. Ну, я тоже говорил вначале, если заказчику это нужно, пожалуйста, вы можете предложить ему разные варианты. Там, от нас получить разные варианты. Здесь как бы нет сложности. Если кто-то категорически хочет купить себе железную АТС, ну, он ее получит. Людей не переделать. Большинство заказчиков
разработчиков, прекрасно понимают все преимущества там, и недостатки одного и другого, понимают все преимущества софта, что упрощает жизнь, дает дополнительные возможности. Так что предлагайте, сами тоже этим пользуйтесь. Ну и вот 3CX, да, в отличие от многих других, в первую очередь, западных вендоров, и азиатских тоже на самом деле, и отечественных тоже на самом деле, расширение лицензий по функционалу, по редакции или по количеству одновременных вызовов происходит без дополнительных переплат. Часто это у каких-то вендоров реализовано в формате, что нужно буквально купить новую АТС, у кого-то это реализовано, что нужно оплатить полную стоимость разницы меньше и больше АТС-ки, у кого-то нужно купить специальный дополнительный платный модуль на апгрейд. В 3CX ничего такого нет, только чистая математическая разница того, что хочется и того, что есть сейчас, с учетом прошедшего периода, то есть как бы в прошлое АТС-ку расширять не нужно. Поэтому цены на апгрейды иногда выходят просто копеечные. Ну, например, осталось в этом периоде АТС работать 2 месяца, заказчику нужно расширить ключ до редакции Enterprise, скажем. То есть там стоимость этого расширения может быть, например, всего 10 евро, ну, потому что оно математически столько стоит за оставшийся период, там, в 45 или 60 дней, скажем, к примеру. Конечно, на новый период уже нужно будет расшириться по новой цене, вы тоже получите больше маржу, ну и сама АТС как бы станет дороже. Но вот того, что нужно что-то там расширять в прошлое, у 3CX такого нет, здесь в этом плане никаких сложностей, пониманий, ну, так скажем, скрытых обманов пользователей не существует. Обращаю ваше внимание, что, как я говорил, в ближайшее время выходит, но если вы смотрите в записи, уже вышла 20-я версия 3CX, призываем всех обновляться и всегда находиться именно на актуальной версии софта, на актуальном апдейте, чтобы получать полные возможности и полную защиту, в том числе базы безопасности 3CX. Большинство технических проблем, которые возникают у заказчиков, ну, подавляющее большинство, они связаны с тем, что просто они не обновили софт. И это самый популярный ответ наших инженеров на любые тикеты, что, коллеги, обновите софт до актуальной версии, у вас там что-то заработает. Я не знаю, например, сервер начнет подтягивать данные об активации лицензии, об обновлении лицензии и так далее. Ну, там сложности могут быть разные, но в подавляющем большинстве случаев решение и лекарство одно, просто обновите софт до актуальной версии. Поэтому до 20-й версии тоже призываю вас обновлять. И посмотрите чек-лист и чего по обновлению до 20-й версии. По ссылке на форуме 3CX, статья Игоря Снежкова, вот скриншот приведен на экране, можете перейти на ссылки из презентации, она кликабельна в заголовке, или, опять же, по QR-коду. Также записаться на обучение от вендора по подготовке к обновлению 20-й версии. Они проходят онлайн регулярно, посмотреть записи, смотреть презентации. Ну или хотите, пишите, звоните. Там, буквально напрямую нашим инженерам. Мы, естественно, тоже поделимся всей информацией, которая есть. На этом сегодня хочу закончить. Спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо всем, кто посмотрел запись. Мы, конечно, будем обновлять этот вебинар и обновлять информацию, потому что в ближайшие дни, месяцы, недели, вероятно, произойдет изменение прайсов 3CX. Если это произойдет и когда это произойдет, мы, конечно, об этом объявим. И, наверное, вебинар тоже я перезапишу. Как вы знаете, в этом году вендор дал многим партнерам, ну, в том числе, вероятно, и вам, кто это смотрит, дополнительное время работы по повышенным скидкам прошлогодним, 2 месяца, ну и мы тоже там с 1 марта будем пересматривать партнерские скидки и статусы. Если у вас возникли какие-то вопросы, там, какая у вас скидка, какая будет с 1 марта, обращайтесь напрямую, без проблем тоже поможем. Ну и частый вопрос, что с обещанным год назад кэшбэком для партнеров от вендора. Пока информации нет, но вендор, естественно, про это помнит, в курсе. Вы можете напрямую вендора также спрашивать, ну, потому что это как бы от них будет реализовано, не от нас, но тоже, когда и если эта информация появится, ну, вероятно, эту презентацию, этот вебинар я перезапишу и еще раз выложу. В любом случае, в марте пройдет еще 2 вебинара на эту тему. Возможно, они будут крайне похожими, если каких-то обновлений к этому моменту не будет. Может быть, уже с чем-то новым, но будет желание, интерес, приходите. Всем спасибо, пишите вопросы в комментариях, мы их обязательно читаем. До свидания.